В нескольких городских микрорайонах последние дни перед наступлением зимы продолжает активно работать строительная техника. Завершаются благоустроительные работы и на большой дворовой территории по улице Попова, 7. Особенностью рельефа этих дворов является сильный уклон, так как дома расположены на склоне сопки. В связи с этим в рамках благоустройства подрядчик установил 7 лестничных сходов там, где они повышают комфорт для жильцов. Данный проект реализуется в рамках ведомственной целевой программы благоустройства дорожных территорий муниципального образования город Магадан. Источником финансирования является государственная программа Магаданской области «Столица». Этот двор, он действительно один из самых больших дворов, благоустраиваемых в текущем году. Общая площадь асфальтирования составит более 6500 квадратных метров. Кроме этого, здесь уложена и продолжается укладка 1,5 километра бордюрных камней. Здесь две подпорные стенки, тоже, которые ни в одном дворе не делались в этом году. Он сложный по рельефу своему двор, поэтому это необходимость. Были старые подпорные стенки, которые уже разрушались. И тут будет более 7 лестничных сходов, которые тоже в других дворах они в меньшей степени потребность, а здесь они будут. Значит, работы ведутся уже в стадии завершающей, и мы с подрядчиком, а именно исполнителем работ здесь является Тенькинская дорожная компания, в общем-то мы с подрядчиком планируем, что в течение недели работы будут закончены. Но на этом благоустройство не завершается. Подрядчик продолжит устанавливать перила на лестничных сходах. Погода этим видом работ не помеха. Контрактом срок окончания работ установлен до конца ноября, поэтому необходимое время у строителей есть. После завершения работ объект будет тщательно изучен и принят только после устранения выявленных замечаний.